Размер налоговых поступлений в бюджет города увеличился по сравнению с прошлым годом. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету городской думы. Сумму за первое полугодие скорректировали с учетом поступлений из региональной казны и остатков средств городского и областного бюджетов. Если к 1 июля городская казна пополнилась на 6 миллиардов рублей, то на 15 сентября эта сумма составляла уже 21 миллиард рублей. Таким образом, уровень исполнения бюджета перешагнул отметку в 60%. Основные расходы осуществлялись в рамках 20 муниципальных программ. Одна из них – грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Депутаты отметили высокий уровень исполнения программ по развитию отраслей социальной сферы, образования, культуры, спорта, молодежной политики, а также поддержки малого и среднего предпринимательства. Ниже процент исполнения в программах, имеющих большую долю расходов капитального характера. Суммы подсчитают в конце сезона после приемки объектов строительства и капитального ремонта. Члены постоянной комиссии единогласно одобрили исполнение главного финансового документа за 6 месяцев. Экономика восстанавливается, рабочие места не потерялись. Объем бюджетной поддержки, который у нас был оказан малому и среднему бизнесу, сработал, потому что мы получили доходов столько, сколько нам необходимо для плановых расходов.